Здравствуйте, сегодня пятница, последний день рабочий, завтра выходные. Смотрите, тут делают это новые рельсы. Вот там такая машина крутая. Она очень сильно, я не стала снимать, потому что она очень сильно гремела. Она, в общем, вот эти вот камешки так распределяла. Такая штука. Такая классная машина, вообще супер. Вот там. Было просто камешки были насыпаны, она вот их так распределила ровно. Там, видите, привезли вот этот камни эти. Вроде обратно едет. Она очень гремела, я даже не стала спать. Прям еще визжала так. Ну эти камни же там так трутся. Вот такие вот машины здесь классные. Здесь вообще такая техника. Такая классная техника тут вообще все делает. А там вот поезд желтый. Он, наверное, потом как, ну, диагностирует, что ли, идет по этой дорожке. Видите? Вот так они ремонтируют. Кстати, вот рабочие здесь, вот, которые на таких работах работают, у них такая хорошая зарплата вообще. И хрен туда попадешь. Там испанцы работают. Вот тут на завод не попадешь. Тоже там вот такие хорошие зарплаты. Так что это у нас в России рабочие нищие, ничего не могут себе позволить. А здесь рабочий человек, который работает на предприятии на полную смену, это здесь люди среднего достатка. Сегодня так похолодало резко, и дождик идет. Видите, дождик, вот она такая машина. Дождик, вот она. Видите, она вот так ехала и разгребала эти вот камешки. Ой, она вообще грохот такой, когда она едет. Видите, так она проверяет. Такие штуки вообще классные. Все супер так. Вот и вот что лучше? Какой режим лучше? Что нужно? Чтобы так жить, чтобы был демократический строй. Вон она поехала. Надо, чтобы демократический строй был. А вот этот наш режим, этот, вон поехала обратно. Вот видите, она как сильно ходит. Так вот. А что у нас нового? Вот что у нас? Все вручную, наверное, какие-то советские, наверное, машины до сих пор. Там тоже вон что-то, какая-то машина. Ой, теперь обратно поехала. Смотрите, тут лифт вот для инвалидов. Блин, дождик, холодно, так сразу резко. Вы знаете, в Испании как? Вот когда солнце есть, вообще жарко. Как только солнце садится, так и все, сразу холодно. Ну, осень. Ну, сейчас на какой? Сейчас октябрь, и он и похож на русский октябрь. Вот сейчас, в данный момент. Меня спрашивают, какая погода будет. Когда дождик, вот она и похожа. Ой, так классно, я отработала. Сейчас 2 дня выходных, суббота, воскресенье. Кстати, в воскресенье мы с Ириной опять едем на экскурсию с бабушками. Опять за 18 евро в Росес. Блин, не знаю, как одеваться вообще. Не могу понять, какая погода. Ой, не знаю, платье, что взять платье, одеть и потом с собой взять. Ветровку, может так, я не знаю. Вот так,
Тут такая погода вообще, вот как раз осенью, она такая непонятная. Видите, какой грибной дождик. Вот сейчас должны быть в лесу грибы. Может, Ильяска завтра со мной пойдет. Люди, мы изо всех сил ищем работу. А что начнете там опять? Уже всех-всех и в Жиру, и в Барселоне всех обзвонили. Все, всех. Ну, вот она, Испания. Здесь очень тяжело. Здесь, чтобы найти работу, это надо просто максимум усилий. Конечно, нам очень надо, чтобы Ильяс тоже работал. Нам тоже дальнейшие действия. Нам надо обязательно, чтобы Ильяс работал, чтобы у него был контракт, чтобы нам, как понимаете, следующие шаги делать. Ой, ладно. Господи, спаси. Ну ничего, кто еще тут всегда найдет? Надо это ежедневно, ежедневно в все соцсети, везде, везде смотрим. Сын, даже у меня две новые профессии, ну, по строительству там. Это, ну как сказать, приобрел две новые профессии у него. Именно те профессии, которые здесь, в Испании, нужны очень. Вот. Так что мы надеемся. Все потихоньку. Все потихоньку. Поймите, что сейчас семью вывести никак невозможно, потому что там на границах такой коллапс. Ну, вы же не понимаете, как с маленьким ребенком. И что? Это вообще очень опасно. И сейчас там через Турцию тоже там такие страшные цены на билеты, вообще страшно. Так что пока вот. А там все нормально, там все, средства есть, все есть, что это. Что случится? Ничего не случится. Ребенок уже большой, в садик ходит. Так что все нормально. Все под контролем. Под контролем. Все коленки у меня уже мокрые. Вот такой дождик, видите? Грибной дождик. Дорочка. Вот хорошо, что я уже свой рюкзак все уже на постоянку положила. Зонтик уже сейчас. Ну, потому что сейчас будут дожди, и хорошо. Потому что в Испании она страна, где мало пресной воды. И сейчас вот эта вся вода, она будет собираться в такие депозиты специальные. Собирают люди. Ну, когда с гор особенно она бежит, там сразу сделаны такие штуки, что они в депозиты собираются. Ну, такие большие, как ванны, что ли, вот они есть. Ну, как поняли, в Канет-де-Маре. Я теперь все по этой улице хожу, мне так тут нравится. А мне вообще все нравится. Я такой человек, я не знаю, я умею радоваться, это, радоваться мелочам. Вообще, я очень люблю радоваться. Ну, не знаю, у меня вот такого вот нет. Вот есть такие люди вот ворчливые, которым все неладно. Я не такая, нет, мне наоборот все нормально. Все нормально. Я вам с собой покушать взяла сейчас, перекусила, водички попила, и все, жизнь удалась, красота, иду домой довольная, сытая. А что-то я раньше не догадывалась с собой почему-то еду брать, не знаю зачем. Вот сейчас последний месяц беру с собой, все, потом, и как раз чуть-чуть отдыхаю, и покушаю, сил сразу больше. Просто вам показываю. Надеюсь, что оно не сильно дрыгается у меня. Тихонечко это. Тихонечко. Yeah.
Вода в море теплая. Я спрашиваю. Вот сейчас с утра 20 градусов было, сейчас вот так. А вон, смотрите, это что будет это. Вот, кстати, вот в таких магазинах гречку продают. Но она дороговатая. Вообще полкилограмма, 2,70 что ли. И она такая зеленая гречка, она нет, не жареная. Но она тоже вкусная, мне тоже нравится она. Вот так сваришь это с маслом, сливочным, блин, так вкусно. Не знаю. Я даже сейчас жареную не хочу. Я думаю, что жареная она как-то ну, не полезная. Как вы думаете? Так, сколько градусов? Ну вот у меня такое чувство, что вот я как в сауне. Так, это влажно, жарко. Ну, тропический дождь. Такие тропические дожди тут в Испании. Они, кстати, теплые. Ну, то есть идешь, это не холодно. Теплые дожди. Ну ладно, это я, наверное, иду, это оно судорогается, наверное, у меня. Карнесерия Андра. Просто вам показываю. Видите, какие дома. Тут они вперемешку и старинные, и вот новые, и переделанные. Вот эти старинные. Ну, вообще здесь, наверное, как раз была такая улица. Как раз тут самые богатые, наверное, сеньоры жили. Вот, вот дом такой. Смотрите, у них такие огромные все время потолки там вообще. Двери такие вон. Богатые тут раньше жили. Вот у них, как Ирина все время говорит, у них все, видите, с столетиями передавалось наследство. И вот они поэтому богатые. Ну, потому что у них таких войн не было, революции не было. Это же у нас было грабь награбленное, все у всех отобрали. А у них-то что, никто ничего не отбирал. Они у них так это из поколения. И, кстати, вот здесь богатые, вот каталонцы, они это... Они женятся на родственниках, представляете? Ну, как евреи также. Ну, чтобы как бы вот это имущество не уходило из семьи. Да, тут так есть. Прямо на... Поэтому у них здесь, ну, есть вот это вот ненормальных людей. Я думаю, это с этим связано. Так, 23 градуса вроде было. 23 градуса. Так, надо мне бежать 36 минут. Так, мне 10 минут люди осталось. Так что ладно. Дам тут посидеть. Вот так хорошо, что дерево. Мне так нравится дождик здесь, потому что, понимаете, здесь растения так страдают. Вот это жары и засухи. Сейчас водичку попили. Да, я больше люблю животный мир, чем людей. Люди такие плохие, оказывается. Вот, ну, вообще. Получается, хороших людей вот это вот процентов 12, наверное, так. Остальные все вот эти жабы, корыстные, жадные, завистливые. Ну, вот я вот так как бы пожизненно сделала вывод. Ну, вообще, вот плохих людей почему-то больше, не знаю почему. Ну, ладно, до свидания. Пишите свои комментарии. No.
Шушана. Próxima parada, Santa Susana. Pues no, no es fácil, pero gracias a la clase, explicar tu proyecto empresarial, es muy, da mucho tiempo.